Всем привет, дорогие зрители! Я сейчас нахожусь в районе Тосмур и стык района Убагёль. Видите, да? С квартиры видно море. Так. Нашел очень хороший вариант. 2+1 на среднем этаже. Недалеко от моря, недалеко от инфраструктуры, там, сетей магазина Мигры, Шок, Бим и тому подобное. Проект с инфраструктурой, есть фитнес, зона отдыха, барбекю и очень хороший бассейн с горкой для детей. Так, тут построят люкс-проект от хорошего, от качественного застройщика. Тут цены пока что, кажется, не вышли, потому что я несколько запрашивал. Цены меняются. Рядом Asia Beach отель. В той стороне устанавливается в четверг рынок Тосмура, вот отсюда он начинается и в ту сторону. Понедельник в той стороне у нас будет рынок. Кому нужна именно оценка какой-нибудь недвижимости, приезжайте в Аланию, звоните, и я вам все объясню. Где плюсы, где минусы. Кто звонит? Занят. Я перезвоню на съемках. Так. Ага. Так. Вот, да, хороший вид. Проекту 15-16 лет. Огромный балкон. Можете застеклить. Будет вам еще одна комната. Ля-ля-ля. Так. 2+1. Плюсы, минусы, как сказал, говорю своим клиентам на месте. Очень хорошая локация, в первую очередь. Просторная квартирка, бытовая техника фирмы Арчелик, сторона юго-восточная, большая прихожая, большая, где-то 8 квадратных метров только вот тут. Еще продолжение. Интересно. Тут свет горит, кажется, внутри. Да. Работает. Один санузел здесь. Душевая кабинка это маленькая, но можно. Для худых. Квартира для худых. Первая спальня. Как минимум 11 квадратных метров. Кондиционер Арчелик. Гостиная 18 квадратных... хозяйская спальня 18 квадратных метров. Увидели? Можете сами отмерить. Кафеля, кажется, 60 сантиметров одна. Или 45. 45. Давайте. Не буду мучить вас. Сам отмерю. Семнадцать с половиной как минимум. Я неправильно ответил. 18 есть. Камешки. Зеркало. Второй санузел. Здесь душевая кабинка большая. Так что худые сюда,
полненькие туда. Если застрянете, позвоните 112. Арчелик, посудомойка, Арчелик. У нас накопительная система, комби называем. Люстра вот такая интересная. Цена квартиры 172 тысячи евро. Дорогие зрители, звоните. Айда 300 лир. Сейчас я спускаюсь вниз, покажу вам инфраструктуру и бассейн, там территория. Охрана есть, консьерж есть, вход, короче, охранник там пишет, кто вошел, кто вышел. И видеонаблюдение. Дорогие зрители, на этаже две квартиры здесь и две квартиры тут. Лифт. Кто-то колу облил. Спустился я на нулевой этаж. Лесенький. Тут что-то есть у нас. Фитнес, кажется, здесь. Да, фитнес. С 8 до 22. Какой-то пароль должен вести. Вот игровая зона есть. Бильярдный столик. Тут были двери, они закрыли. Фитнес, кажется, там. Короче, Акуна Матата. Телефон даже есть в проекте. В той стороне зона барбекю. Открытая парковка. Ворота открываются, машина входит на этот проект. Вот там консьерж, охранник сидит в будке. У меня тут друзья также живут. Я сюда прихожу, делаю шашлык, машлык, но здесь барбекю. Вот. Немножко воздух надо дать. Там тоже вход есть. Вот детская игровая площадка, скамеечки. Хороший проект около моря, хорошие локации, зона пикника, вот туалет там все есть, бар, свиминг, фитнес, наверное, вот, вот здесь барбекю и тому подобное. Звоните, плюс 90 555 064 91 10. Также вы можете в Телеграм написать, если не отвечу, в WhatsApp переходите. У нас есть также в Телеграме канал, где мы делимся информацией. Подписывайтесь на этот канал, чтобы не пропускать варианты, те, которые я не успеваю снимать. Хорошо, дорогие зрители, подписывайтесь на наш канал, если все еще не подписались. Лайкайте, комментируйте, это нам очень важно, потому что просмотры там, YouTube как-то там, алгоритм как-то работает. И надоело постоянно менять свой алгоритм. А вы делайте то, что я вам советую. Ставьте лайки, подписывайтесь и комментируйте. С вами был мистер Агаси, Солнечный Алани, район Тосмур. Всем чао-чао, бай-бай.